В пятницу скончался народный артист России Стахан Рахимов. Ему было 83 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн. Полтора месяца назад Рахимов похоронил свою жену и многолетнюю партнершу по сцене Аллу Ёшпа. Супруги прожили вместе 60 лет. Стахан Рахимов умер через 40 дней после смерти жены. Стахан Рахимов родился в Узбекистане. Выступал на сцене вместе с матерью, солисткой Ташкентского музыкального театра драмы. Позднее с ней перебрался в Москву, где закончил школу и поступил в вуз. Дуэтом с Аллой Ёшпа они начали выступать в 1963 году. Концерты они давали по всему Советскому Союзу. В 1979 году, когда пара собралась уехать в Израиль, они попали в опалу и 10 лет не выходили на сцену. В конце 80-х период молчания был прерван, и Рахимов с Ёшпа вновь начали концертную деятельность.